Водительские удостоверения и сама процедура сдачи экзаменов в госавтоинспекции могут подорожать до 6 500 рублей. С таким предложением обратился департамент ГИБДД в Государственную Думу. Желающим получить право придется заплатить 1 000 рублей за сдачу теоретической части экзамена и еще 3 500 за практическую часть. Могут подорожать и сами удостоверения. Если сейчас за изготовление карточки будущие водители платят 800 рублей, то со следующего года эта плата вырастет до 2000. При этом каждый при сдаче экзамена будет обходиться выпускникам автошкол в 1-2 000 рублей. Свою инициативу автоинспекция объясняет низким процентом сдачи экзаменов с первого раза. В России из 10 миллионов попыток сдачи экзаменов успешными была лишь 1/5. В Оренбурге лишь 43% курсантов сдают экзамены с первого раза. Бить двоечников рублем предлагает автоинспектор, однако директора оренбургских автошкол в эффективности предлагаемого решения сомневаются. Особым образом это никак не отразится. Учитывая то, что мы сейчас перешли на новую программу, значит, срок обучения увеличится от 5 до 6 месяцев, значит, цена, естественно, вопроса тоже поднимается, а тут еще есть и это повышение, то мотивация получения прав у части, значит, населения нашего, кандидата водителя, будет уменьшено. Вот это повышение, оно только нанесет удар по бюджету кандидата водителя. Новые пошлины предлагается ввести с января следующего года. По подсчетам ведомства, они позволят федеральному бюджету дополнительно заработать более 7,5 миллиардов рублей, а возможно и спровоцировать приемные комиссии к повышению процента пересдачи.